Ты попробуй просто. Я вот, блядь, бегал за... Я особой разницы не заметил, при том, что я бегал в Т4. Фрэнсис просто бегал в Анхоле постоянно, когда за ДК играл. Сомневаюсь, что он дурачок. У него ЛП, лики намного больше урона наносили в сравнении с остальными. Чё, пуляешь? Чё там, ГП никому не надо, да? Купанчик. Нет. Нет. Чё там, разобрались по поводу СПО? Его ЕПГП это немножко... У меня был 14... Отними япончику ГП и посмотрим, кто из них выше. Вот и всё. Что, отнимать или нет? Давай, отними, давай, посмотрим, а потом обратно, если что вернуть. Так, что ты, сколько там полутал? 583. 583. Сните трэш. Что-то там Нарзул возмущается на форуме, что его ник поменяли. И вообще, терчелик на X... Ой, блядь, на X2 в гофар. Ну, мяка, по идее, я смотрю, выше по приору стоит. У Мяки 13.77, а у Япончика 13.37. Мяки, а давайте. У меня 14 показано. У тебя 13.70, бля, сейчас побегу. 15.37 у тебя, у него 17. Мяка, я не вижу. 4 десятых он тебе сделал. У меня, значит, лагает? У тебя меньше. Япончик опять школьником стал, я только сейчас заметил. Пропал тот 40-летний мужик. Наконец-то. Ну, по вашим многочисленным просьбам он поставил обратно тот микрофон. Нашим многочисленным просьбам школьника выпустили из под... Пусть знает, с телефона вроде все же нормально. Не знаю, у тебя голос обратно прорезал. Он, наверное, старый стул взял. У него, когда садится, яйца зажимает. Но... Не, знаешь, если я сейчас перейду просто на комп, ты сразу же почувствуешь разницу. Там они совсем сожмут. Не надо, друган, больше я твоей брутальности не выдержу. Давайте, поехали. Два моба законтролено, заебись. А ты контролер? Ух ты, Алич дерёт. Они лужи уменьшили, нет? Я просто не заметил. Ну-ка, шамана, дайте лужу свою. Они должны были ее уменьшить. Нет, ничего не уменьшили. Ух, сука, без урона, ФКш. Блять, сказал, что уменьшит. Ебать, мне опять на полкода. Чувствую себя как на БГ в этом, стыдно, это трэш. Особенно мой пет там бегает. Просто ошеломление попадает, падает. А что, нельзя забрать, что ли, командира? А чё? Я
Я вот заметил, когда не ты танк, всегда выебывался, хочется на танк. А был бы воин танком, и сейчас бы он не схватил, я бы его выебал. Дракон спекается в танк. Вот я про что, собственно. Не знаю, про чего так. Да понятно, хватит, блядь. Три цели держит. Ты Валанара, Луцин Талдорама и этот... ДКшка или... Давайте, давайте только быстрее. У меня это стаки висят ретривские. Сейчас я, блядь, ебану на 200 косарей с пула, блядь, в протопале. Сейчас он, блядь, познает свою пулу. Ты злой. Восстаньте, братья. А, блядь, она не пытается, сука. Обидно. Почему она не тыкается, когда она... Я, может, что не шарю, каким образом Ник Нерзул относится к администрации? Это Дезурон. Чего? Это Ник Дезурона. Старый какой-то, что ли? Да. А, или тот, который на каком-то там у него персе? Ну, раньше это был Ник Дезурон. Играл в Apple. Дэнс, гильдии, за Орду. Прикольно, да, чувака кинули на ник, что ли? Ага. Он уже год или полтора года им играет, и тут он просто поменяли на кого-то Джока, Кок. Почему не дали тогда самому выбрать новый ник? Это бывший ник? Сфера. На сцене падает, на сцене. Сфера. Упала. Моя чаша полна. Насладитесь болью. На сцене сфера падает. И прольется кровь. Алёха стоит, Валанара хуярит. Я сферу подбиваю. Ага. Ты что, не видел, что я падала, блядь, я пришлось ЛПшками и петом подбивать, блядь. Нормально? Ну шо, что стоялось? Ваш... Ты понял, как тебя убили? Проня, это его был админский ник или просто персонаж? Да какая разница тогда вообще? Ну похуй. Типа я понял бы, если это был админский ник, и он бы его... Талдорам, флешку посели. И не двигаться после этого откидывания. А чё с кинетиками сегодня? Разбили, конечно.
Три танка, чё бы нет. А смысл? Ну, а смысл в трёх танках? Что, бегать больше не стабильно? Ваша волна, этот вопрос, почему, сука, мой пет не бьет того, кого бью я? Он тебя не уважает. На сцене падает. Нажми Ctrl 1. По идее, он должен атаковать цель, которую ты выйдешь. Так его ж можно менять таргетом. Не, ну типа пет уже можно приказывать, кого он бьет. Я про это. Задики. Все уж. Опять пришивание. Вообще нихуя с него на танка не падает. А где плащ? Плаща нет уже не знаю сколько недель. Че, я дальше в танке или нет? Лех. Да, пока что. Я сделаю фулл релок, а то что-то у меня травма. Ты что, трех мобов танчишь, что ли? Ты что, нет? Блядь. Ты даешь весь шмот поспиздил на успех смерти. Чем реально? Ау! Да на самом деле это никогда не делают. Они могли перед началом сервера, да, заблокировать вот эти ники свои. Конечно. Типа это очень грубо выглядит со стороны, то что для челиков просто поменяли ник нахуй. Ебать вообще. Кончик, кончик там распределяешь, ну. Ну тебя в радак нарезал. Почему он нарезал будет играть в радак? Если у него мы спек болеет. Танк, офспек, сова. А есть люди, которые офспек, рестер, бровид. А у меня третий офспек. Блядь, не ебите спек. Блядь, третий спек, это третий спек. Есть люди, которые в этих спеках сейчас рейдят. Им это чмо нужен. А можно мне пояс тогда стукало? А кому пояс ушел? Кому просто ушел тоже. Поезд Денчик ушел что-то. Раски. У Раски лучше там пойдет, чем у Денчика. Не, я просто ничего не говорю, но, блять, вот все топовые шмотки, которые я ролил, блять, я ни одной шмотки у него не выиграл. Блять, сука, ни одной. Есть еще приоритет успеха, блядь. Если я знаю, ну, человек в этом успехе ни разу, блядь, в жизни в рейде не появлялся. И человек, блядь, который постоянно в этот успех спекается, блядь. Естественно, нужно отдавать успеху, который постоянно спекается. Не знаю, как ты там лут распределяешь вообще на успех. Не думаешь вообще. Че, вы там лестницы сначала, нет, Маш? Чем дальше курить?
Мазар Диси, можешь говорить? Блять, мне из граники надо. То, что раздала кружок, как слили моментально. Человек в гильдию приходит, блядь, его просто... Не чтобы там, ну, ну так нормально. У людей, потому что ЧСВ как-то меня только что пришедший человек... Они обижаются на то, что их не будут пришедшие люди, понимаешь? Они же там все такие пиздатые. Смотрите, ДПС джоков, да? Вот, банально вот это. Что у них пиздец слабый ДПС на роботе, вам не кажется? Ну вот, блядь, это типа... Это джоков... потому, что у них из мейн-состава там полтора человека осталось. Ну, смотрите, типа... Ну, Джелус там что-то сосет. Ну, Джелус там вообще 21 тысяча. Серьезно? Чё, я... Я ДКшкой больше, блядь, даю, чем он, блядь, своим магом. Леха, я в ДД, нет? Да, ты в ДД, мне надо Мозера запустить в рейд. Кому босс не нужен? Че, погоди. Мне не нужен. Мне не нужен. Но... Мне не нужен. Окей, мне на Талдарам. Да дофига людей не умеет давать ДПС. Вон, мы со старым в склеп сегодня пошли, мы дали с ним по 25, и такой же шаман заряженный. Мы дал 21, а потом пишет ему в ПМ, типа, чё за хуйня, как так? Блять, ну вот так, нахуй. И как бы дохуя таких. Этот. Давай. Блять, чё я хотел сказать? Это Талдорама, тогда выйдешь, этот Мозерос умыть. Всё, я вылетаю. Я просто хочу посмотреть, сколько Мозер под анхоликом будет давать DPC. Мы будем надеяться. Сумой. Я вот удивляюсь, что там даже полотенчик Джелус за баг. Там, походу, вообще всех собрали, я так глянул мимолет. Жопам еще, блядь, год, наверное, надо за СЛ-ку ходить, походу, обычку. Ну, просто он 10 место, 16 тысяч. То есть все, кто дальше, там 15, 14, 15. 8 человек там давал меньше. Раздавака за двоих дамажил. Посмотри рекаунт и сравни с нашим рекаунтом, допустим, да? Это ж пиздец. Топ гильдия, как бы. Этот, Джоки. Этот, дайте мне рез, блядь. Не, ну вообще, учитывая то, что она даже в ДВ-статике дают в среднем 25 человек, 6-7. Ну это пиздец. Причем потом разрыв слишком сильный идет. Восьмое место еще двадцатка, потом хуяк сразу 18-16. Все, что ниже, там, скорее всего, до десятки меньше. Япончик тут? Да. А сколько стоит гера печенька? 738. Сколько там написано? Как? Дайте баф. Шпел, ссылки просит скину. Чат пишет. Да чё ты, нормально с усилками, стамина. Ставлю рыбу. Слышишь, ж, Драган, ты скидывал усилки? Конечно. А ты чё, нет? А там чё, в ОКХМ нужно сколько-то ХП на аларе, да?
150 силков надо. А, 40 тысяч хп, если что. Ну просто там как бы я корова, и как бы когда в заломании все скидывали силки, я ничего не делал. А в стамине это сколько значения получается? Что да 40 тысяч? Я... В сумане. В стамине это 180 силков в корове. Это примерно, короче говоря, 3200, наверное, в стамине. Это уже по ходу рейда так выяснилось. А вообще сказали 150 изначально. Ну, блядь, да, 150. Для всех это разное значение. У кого все, все вип, готовы? У кого... Все готовы, поехали. Это было неразумное решение. Ну, вопрос, а Луцин специально, да, бьет? Чтобы быть в тренд по игру? Чтобы, блядь, на него укус упал. Укус на третьего кидается. Ты серьезно? Тихо. Бейте. Тимбич, сбегаться будешь, да? Я, кстати, попробовал убить в куче просто стоя. Столько ДПС теряется, когда вот так раз... Вообще, вроде всегда к небе сбегали сразу, нет? Нет, просто... Конечно, брали, прожались. Страдайте же. Дайте Еру. Не, ну нормально так дает. Ебать, у вас и Лемон на третье-четвертое место без укусов. У нас всего двое было укушено, да? Мазер каким укус получил? Второй, наверное. Я первый спиздил, он второго его укусил сразу. Потом Моссу и Враску под конец. Поэтому Моссу не домашний. Бля, ну если честно, ДПС, мне кажется, у рейда пиздец стал. Ну прям, её можно... Мы бы, наверное, даже без укусов бы её убили, нах.
лучше умереть. Но я спекнусь Блада, будет меньше. Реагенты для этого больного Финкельштейна. Так, всего в рейде 2 ШП всего. Ну, писали, что типа целых... Это РБК уже подпишется. Не, ну молотки по 72 косаря мне нравятся. Охуенная вещь. Но ты оказался предателем. Короче, пора спятаться в Блада. Значит, трэш такой. Ну, зачем, если ты апаешь? Конец старого успели укусить, он славы 133 тысячи. Да нет смысла на вальке быть в анхолике. Стаки не наберешь, а Бладом будешь меня просто... на двух лямах укусили. Что, драк, у тебя что, 72 косаря? Молотки, что ли? Нет, что ты мало дамажишь для этого 72? У меня и то 30, и то я дамажу. А тебя на 3 или 4 тысячи меньше. 72 маловато, что? Ты уверен? Что на 3 на 4 тысячи. Блядь, Алдарам, ты гнешь понты, блядь, где нахуй ДПС не нужен, понимаешь? Потом все было видно по аларам. С раздавакой. Там даже больше сами джоки, которые были в этом же рейде, возмущаются, нежели какие-то другие игроки. Да ты посмотри, сейчас сколько депоса я даю, и ты сколько даешь. На 2000 потом, больше потом, меня. Сейчас я триню возьму потом. И тебя догоню. Слышишь, раздака хорошо едет, пошел, что-то. Хочешь сказать, что тебе триня, блядь, 3К ДПС? 2К даст. Ты мне на 2К обгоняешь, ёпта, на орке посмотри. Ты на Аларе вчера 15 тысяч давал. Ну, потому что я первый раз там был, я бегал, я толком не знал, что делать, с ним за слаг. А я какой раз был? Я как узнаю, я что за тобой смотрю, что я какой раз был. Ну, знаешь, судя по ДПСу, ты за ним следишь. Только и дело, что, по-моему, за мной следишь на туре. Не, я только про сегодня говорю, про пара. Ты смотрел вчера? Я с ним смотрел вчера ДПС. Что у нас на Ларе было? Ты смотрел ДПС, ты понял. Масса, спекнешься в вардрошку. Рестор друида. Так, дальше этот старик рестор шамана ставишься. На вальку. И это, и дарки со... Я достойно жил после смерти. Я не пойму, как... Жатву дал. На 70 тысяч, и нам жизнь удалась. Взрыв дал на 120 тысяч, и нормально. На 133. Там дохуя даже палец. Да твой киллшот это вообще не... Что, можно отвернуть, пожалуйста? Мы ни слова не писали про Эмхо. Вообще ни слова. Ну, что раздавать там нахуя ДПСы. Пришел Джокер, блядь, с первым делом надо не рпануть, он дает больше надо, блядь. Лёха, а сколько вага на орке дает? Ты не помнишь? Нет. 28. Или на роботе? Я не смотрю. 28 он дает. Не ебука там 28 дать, если он напуливает. Где 28 он дает? Ну не сравнивайте лагу. Не, если он дает 28, то в смысле я 24 дал, это нормально, по сути, разница. У Вази этот, Вази первая карта, у Сокол больше. Не-не-не, просто разница нормально, 4К ДПС это нормальная разница, ну, на самом деле. Нет, у нас вот, ну по крайней мере, я за счет того, кто-то дает там больше, кто-то дает меньше, то это заебись. Но все равно я за то, чтобы каждый, блядь, увеличивал свои ДПС. Вне зависимости от того, сколько там, допустим, первая позиция дает последнего. Двадцатку, типа, дают все, а там первая позиция, там, если даже будет кто-то 50к давить, я буду только рад, потому что это рейду легче. А у Джока уже, блядь, ЧСВ такое, что, блядь, если кто-то больше их дает, а ничего, причем люди это не понимают банально. Может, они сами ничего не умеют, блядь. Ну, то есть, грубо говоря, там ДПС давали. Он тотем, посмотрите, сколько дает в Элеме. Его, блядь, любой... Полотенчик аж развертку, рекаунт, раздаваки, скидывай. Ну,
Алё, понимаешь, что я этого тотема еще в Т4, Т10 переплёвывал, когда у него первая ката была? Ну, да, о чем да, говорить? Просто, наверное, а у меня третья была, между прочим, на тот момент. Если бы поиграл ты другим классом, допустим, как бы человек на форуме бы ныл, почему он дает больше меня? Мне интересно, нажимаю. Какая падла заныла за протоваров, что, сука, их так понерфили? Ребят, у кого копье? Еврей, тоже доктор. Сука, может его уничтожить? В смысле заныло, что-то вас пофиксили, говорят, вы было нормально сначала бонусы, потом что-то, блядь, что там, сколько было процентов? 200. Короче говоря, снизили где-то на 75% все, и некоторые в два раза уменьшили. Потому что там были вары, которые ЦЛК обычку с двух руком тупо проходили, они шеем, блядь, одевали. Кого эта обычка волнует? Десятка, блядь, ебаный в рот. Еврей, блядь, кусок дурака. Вот, я же слышал подкручник. Старый, накинь залану. Этот, в моем понимании, как оно работает, типа, кого-то просто недостаточно апнул. Ну, кто-то дает хороший ДПС, а кого-то просто недостаточно хорошо апнул. А у людей, блядь, идет понимание, что, блядь, кто-то дает ДПС, их не нерфанули. Вот чё, блядь. Нет, просто у кастеров, я так понял, блядь, вот небольшая разница в шмоте, у них пиздец как роляет на разницу в ДПСе. Свайп, чё? А чё с пулей? По себе я создал. Да тут пулрейда, блядь, стоит. Мои силы. Ну, моба не могли подвести. Залечите мои раны. Идите, дохни. Диван, дали, дохните рядом. Это диван надо снимать. Диван не выйдет. Драгон должен сними и дай здесь диван. Здесь только СС по локу работает. Ну СС потому что это смерть. Ну СС я по себе и кинул, если чё. Снимайте диван, диван на кого дали диван, снимайте и умирайте. Женёк, снимай. Дестриков апнули, сам ты. Дестрики дают. От ДПС. Странно то, что у них дестрики не в топе, кстати. Дестриков там нихуёво. Им там кучу всего прикрыли. Угу. Да может убьют со временем. Ну и Лем мобильность повысили очень сильно. Они очень мобильные стали. Как бы, Лёха, видишь, если опять же посмотреть на рекаут, у них вот вар второе место, он дает какие-то жалкие два. Это, блядь, вообще вар или что за говно напал? А чё вы смотрите там, это где? Сколько дает? 26. И что, тебе не нравится? Ну это мало, пиздец, для фурик. А сколько тебе надо? 106. 28. Ты ебнулся, блядь. Нифига себе, блин, для фурика мало. Нормально. Типа, он вообще, если спросить Дезерона, он тебе скажет, что все классы должны давать 25к в любом случае. Ну 25 они должны давать, ну... Относительно топовым шмотом, Лёха, но без брюлей. Лёха, ты ко мне ретрика какого-то отправил? Нет. Привет, возьми в Гир. Пал 250, есть доступ в Хэй. Я никого не отправлял. Я пускал просто все то, что набор паладинов нужно делать. Вот он почувствовал это и написал тебе. Почувствовал. А как ник у него? Не, если привязки к статам не будет, это будет, они каждый раз будут такой хуйней заниматься просто. Так у них у всего привязка, кстати, там. Мне вообще сейчас тебе пишет лог, говорит, дай гильду для масс-реса, а? Не впадло. Ну дай, чё? Чё тебе впадло, что ли? Фигайся быстрее, чё это, спеки. Имперчика, ресни, блядь, мы тебя там не ресни, вставай, беги. Да я встал, меня Лёх выкинул, подожди, кот просто. Он не спулит тем, что встанет. Он дотификатор. Нет, он не встанет. Внутрь зайдите. Я нажал кнопку встать, короче, меня выкинуло, и аутентификатор просто. Шкаф сразу ставьте. А сделай РЧ, тут что-то АФК походу люди. Броня, но АФК. Я резал ханта, можешь не бежать. Он АФК. Блять, так-то время кончается у нас. У нас еще не убиты боссы.
Еще что у нас? Имперский командир, вспомни, что писал. Он написал, что ему звонят. По работе. Да, написал, 2 минуты звонят. Сейчас уже я 4 думаю, можно без него. Ну да. Присмоньте, пожалуйста. Монти, не перси. Сам дай кас. Бафу давайте сразу. Сейчас тебе монопа. Что он здесь? Оцень готов. Все, поехал. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Герои, вы должны мне помочь. Маги. Вернее, Макс. Жирный в рейде. А у нас три танка. Плакаешь? Где усиление? Это, наверное, единственный босс, где Макс что-то делает для рейда, да? Кто не делает. И то, блядь. Чтобы об этом узнать, надо, блядь, об этом узнать. Как хорошо, что я магом не играл. Блин, я вот сделал лок, и я думаю, меня же заебут там всякими шкафами. Да, заебут, конечно. Я думаю, блядь. Чтобы не заебывали, ты это должен просто по КД ставить. Просто даже никто не спрашивает, просто ставь. Тогда точно не заебут. Будут еще топ-локом называть. Мне как-то заебали, я ставил, у меня же по 2 шкафа было. Меня это Елемовская пригодилась. Видишь, червень теперь не ползает. Они прям на 75% замедлены. Да вряд ли они кого-то могут убить здесь. Бывало, загрызали. Не, в обычке-то хавают нормально. Тут смотрю, даже милики от Валдырного не отбегают. Такое. Старик, сильный. Жень, ты же тоже с символом на лаву бегаешь, да? Да, я его сегодня тестил с символом на шок. Я тут с Диги сейчас пообщался на форуме. Он говорит, что от него смысла нету особо. Что? Надо будет протестить. Какого? У него стандартные символы, которые у нас до этого стоят такие. До свидули, я тестил вас. В смысле, какого столба, я не понял? Нет, я говорю, что стандартные символы лучше, чем лава, которую мы 10-15 раз забою. Да ну нахуй 10-15 раз, неправда, не 10-15 раз, больше. Но на Сорфанге 16 было, но это он, блядь, слился, как я не знаю кто. А на каком-нибудь другом боссе, долгом, до 30 раз эта лава юзается. Короче, эта лава 10% это дает твое СПД. СПД, ну да. Чем больше СПД, тем больше урон. Смотрел урон, ну без всяких проков урон. То есть, грубо говоря, вот у тебя бьет, допустим, лава 36 тысяч критой.
Если у тебя 4000 СПД, то символом она будет давать плюс 4000, значит 40000. Если у тебя, допустим, 6000, это плюс 6000. Квест не забудьте взять. То есть, как бы, то есть, грубо говоря, ты с этим символом имеешь плюс 7000 к урону лавы. Примерно. Но 7 это на 30 стаков, на 20 стаков, естественно, не 7, а 5. А какой ты символ? На 2% крита хочешь поставить? Ну, это потестить надо, я не уверен, что это лучше. Я тестил символ, короче, убирал лаву и ставил, короче, на 60% увеличен крит урон от шока. Понял, да, что за символ? Угу. Ну вот, короче, в итоге лава выигрывает. Даже в манекен. То есть, хотя в рейде, может быть, посмотрим, ты будешь бегать и будет шок висеть. Мне просто хилбот включать, нет. Пока на трэше оставайтесь как бы, да. А там перед собой. Там два выбора. Либо этот символ, либо символ на 2% крита. Символ. Который тебе апнут. Ну видишь, лаву, лава и так всегда критует. Ну да, молнию 2% она даст. И шипа даст. Шоком. 2% крита. Ну вот это, ну, хуй знает. Просто приятно, когда лава по 70000 вылетает. А у меня в склепе вообще она 84 как. Я вообще не знаю, что там произошло. Видимо, блядь, там звезды, знаешь, сошлись там. Все. В каком склепе? Ну, склеп 25. Ну, да, это там босс тухлый, потому что... Что там? Босс тухлый. Ну, так раз, и... будет босс. 5 вот вылетает. Вот чуть слабее он, вот все, чем остальные. По резистам. Понятно. Ну, 75 вылетает. Ну, хуй знает. Что, перекуриваем перед синдвоем? Ну да, что-то. Причём, наверное, перекуриваем. А, еще проф, да? Да, еще проф. Ну не знаю, а у тебя какой символ? На лаву стоит или нет? У меня на лаву, ну, я не сравнивал. То есть я 2% крита убрал, лаву поставил. Ну, ну вот я тоже 2% крита. Даже. Я просто херанул нормально. Ну смотри, ты имеешь 2% крита, либо стабильно, грубо говоря, 5000 урону к лаве постоянно. Ну, грубо говоря, от 4. Блин, ну короче, это потестить надо. Мне просто кажется, что у нас от шмота и так крита достаточно. Некоторые лемы утверждают, что нужен крит. Ну, я тебе забыл сказать, что еще 2% крита апает еще это. Тотем огненный, он же тоже критует. Ну да. Знаешь, что нужно сделать, чтобы они сделали тотем опаляющий? От хосты зависел, чтобы он быстрее стрелял. Все, от хосты это вообще тупого было бы, кстати. Ну а чё бы нет? Карфа можно быть? Есть бы, тогда был бы смысл собирать хост. Надо быть. Чё, пока синдра. Отрежу. Знаю, мне кажется, даже если там есть разница, она пиздец невелика, даже. Прям мизерная. Даже, возможно, не заметишь ее. Потому что я, чтобы вот этот шок заметить, я и шмот, и тринки снимал. И все снимал, и не одевал, чтобы проки исключить, там, посмотреть, насколько урон больше идет от этих 60% шанса крита. То есть, если бы он увеличил на 60% просто урон от шока, базара нет, а он только крит урон увеличил. То есть, а в среднем у нас 50%, 60%. Там. Хуй знает. На 2000 больше. Должно быть 100. Драга, на сколько мастерства у тебя в танке? В танке? Хардкап. А? Хардкап? Любой себя уважающий протопал собирает.
тебя понял. Просто смотрю примерно по твоим шмоткам, блядь, какие камни стреляют. Не, у меня камни оставлены того, что у меня усадка. У нас перерыв перед синдром будет или перед профом? Сейчас посмотрим. А у нас будет перерыв? Ну да, 5 минут покурим. Что это такое? Не, понимаешь, что мне на меткость надо ставить, потому что у меня каска, я по мастерству, блин. Что-то одинаковое должно быть. Ладно, ладно. Да, я девчон вообще курю. Где ты кольцо, я смотрю, да, поменял? Там сопротик тикать будет, лучше уже перед тем, как его выпить. У меня кольцо это всегда меняется. У меня есть несколько колец, которые могут поставить. Че мне нужно вот эту хуету на Синдру заюзать, да, чтоб квест сделался? Конец квеста, там на двух протонах. Ну че там, квест на Синдру? Или 10, да. Это как бы символ. Всегда забывал. Когда 4 человека написано. Блять, а этот квест сверху же, да, брат? Да. Там, где сундук. Блять, никто медведя не перегнал, 100 тысяч ДПС. 83. Он у меня 100 тысяч показывал 103. У меня показало 83 удали. Так 83, ты столько стаков не наберешь драгон, чтобы его перегнать. Чего, там можно лужи ретрика перегнать его. Так лужа не дамажит столько. Она дамажит, она по всем дамажит, суть в этом луже. И дамажит по 20 косарей, там 50 таргетов, прикинь, прилететь. Это как у тебя лужи по 20 косарей дамажит? А прикинь, алла, я алла. Дамажит максимум. Кирс тут? Mm-hmm. Я же говорю, ты не умеешь лужи пользоваться, она дохуя дамажит. Говорю, блять, как бы, символ это одно дело, другое дело, блять, какие три не носить, это мой лему, я до сих пор не знаю. Что же ему одеть, чтобы лучше всех не заходили? Куда эти, чего боитесь? Не знаю, думаю. Я просто не заморачиваюсь. Ну, знаешь, я думаю, что... Надо на лужу выходить, на эту, как ты ее называешь, если ты про это, блядь. Я думаю, что самое лучшее, это, скорее всего, либо проковая чехогеровская, да, плюс секстант. Я думаю, здесь что-то лучше всего. Секстант, что... все говорят, однозначно хорош. Ну, он просто все статы дает. Ну, слишком полезно это. Ну, а с Джайан ничего никак не канает, что ли? Наша вот такая ничего. Ну, блин, она весит 10 секунд. Ну, не знаю. Я пробовал с Джайновской бегать, но на том же Аларе в обычке даже. Ну, типа, Джайна, она просирается практически по КД. Типа, любая перебежка. Из 10 секунд, ты там 8 секунд только туда-сюда бегаешь. Знаешь, блять, когда у тебя... Все равно по-любому где-то. Знаешь, когда у тебя прокает этот, нахуй, Синдрагос и Герн 20 секунд. Ну, настоящий? На глыбах. И потом ты просто и полторы минуты ждешь его следующего КД, который прокнул на какие-нибудь стаки. Ну вот, а Чеха, она прокает каждые 45 секунд, поэтому, типа, он намного лучше. Так это, с Джайни вроде тоже каждые 45 секунд. Прок? Нет, она минута. Сколько она? Ну смотри, она висит вместо 15, она висит 10. И получается, что вот вроде бы то же самое, но по факту ты больше проиграл. В РЦФ хилас пепнешься. Ну у него КД также 45 секунд. Все остальные... Ну, да, так же. Ну смотри, у вшивки тоже вроде 10 секунд. Пятая группа плюс РЦФ хиля. Все остальные ОДД. Освобожденку смотрите, из-за плата выпить. Че, перекуриваем, нет?
Не, пусть перед лечом покурим. Набором упора. Можно рыбу. Вставил рыбу. Единственное, что хуёво, если здесь... Скипите рыбу, пожалуйста. Кто, блядь, опять, сука, на рыбе сидит? Женёк, заебал. Стал у Рены, да? Дай проверку на готовность на пол.